В Северо-Восточном федеральном университете стартовала неделя инноваций и предпринимательства. Участники квеста «Стартап Гейм» представят бизнес-проекты инвесторам. В ходе интерактивной игры они получат актуальные знания для создания своего дела, примут участие в интеллектуальных играх и семинаре по патентному поиску. Также пройдет конференция и второй открытый республиканский чемпионат по решению бизнес-кейсов «Future Professional». А на второй арктической стартап-школе участники получат помощь и советы по запуску собственного бизнеса в сфере информационных технологий.